Уважаемые друзья, невероятная церемония. Если честно, мне весьма сложно что-то говорить. Я думал об этом. Все хорошее уже сказано. Все, что могли добрые люди, уже пожелали. Но в последнее время я все чаще задумываюсь о том, что, может, потому что обращаю много внимания на это, уходит от нас очень много настоящих патриотов нашей страны. Я вспомнил совсем недавно, ушел Миша Финберг, человек, который был полон планов, каких-то устремлений, пожеланий. Говорят, что мог бы еще жить. Не знаю, наверное. Чуть раньше бывший премьер-министр Вячеслав Францевич Кебич. Я это говорю к тому, что те люди прожили уже определенную жизнь, немало сделали и оставили свой след в истории нашего государства. Ваши ребята, прожив очень короткую жизнь, оставили ярчайший след в истории нашей страны и нашего государства. Спасибо вам за сыновей, за ваших родных и близких. Наше дело сделать все, наша обязанность, чтобы народы и государства помнили их. Поверьте, так и будет. Я вас пригласил на эту невероятную, исключительную в моей жизни церемонию для того, чтобы передать вам государственные награды ваших родных, сыновей, совершивших героический подвиг. Позвольте мне это сделать. Хорошо.